Спортсменка из Подмосковья Кристина Исмаилова стала бронзовой призеркой чемпионата мира по кикбоксингу. Выступает девушка в самой жесткой дисциплине единоборства – фулл-контакт с лоу-киком. Участие в турнире приняли более 4000 спортсменов. Бои были по-настоящему жесткие. Чемпионат мира по кикбоксингу стал триумфальным для спортсменки из Подмосковья. Кристина Исмаилова завоевала бронзу самого престижного турнира. Проходил он в Италии. Фулл-контакт с лоу-киком весовой категории до 56 кг представительница Московской области провела два успешных боя, выиграв у соперницы из Кувейта и Польши. В поединке за выход в финал раздельным решением судей Кристина уступила спортсменке из Мексики. В итоге заслуженная бронза чемпионата мира. Соперниками сборной России на этом турнире стали более 4000 спортсменов из 70 стран мира. Медали разыграли абсолютно во всех дисциплинах этого вида спорта. Кристина Исмаилова – одна из фавориток турниров по кикбоксингу любого уровня. Спортсменка имеет титул пятикратной чемпионки России и победитель Кубка мира, двукратного бронзового призера чемпионата Европы. Поздравляю Кристину с очередной уверенной победой. Фото и видео с тренировок и соревнований Кристина выкладывает в свой Инстаграм. Там за успехами нашей спортсменки следят почти 3000 подписчиков.